Она у нас студентка или как это называется? Ну, расскажи. Я студентка Московского колледжа импровизационной музыки. Выступаю под сценическим псевдонимом «Сквозь». Я хочу спеть вам песню, которая посвящена моему брату и также всем людям, которых где-то незаслуженно обижают, может быть, по какому-нибудь внешнему признаку, например, или потому что они не вписываются каким-то боком в определенную компанию. Но это на внешнем уровне. А второй слой — это про то существо, которое есть внутри каждого из нас. Очень мудрое маленькое существо, которое может находить выход в любой ситуации. И которое имеет бесконечные силы для преодоления даже безвыходных вещей, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Многие из нас. Все, наверное. Хомяк. Если приходит вселение напряг, если тебя называют дурак, если волк испугался, а тигр обмяк, а слон превратился в глупый червяк, то хомяк, наш пушистый хомяк, не знает, что такое страх. Если спрятался даже гордый моряк, то выползает на сцену хомяк. Хомяк выходит на первую полосу, хомяку мигают сигнальные огни. Хомяк не знает, что такое космос, но хомяки не боятся, хомяки не одни. Хомяк немного толстый просто, но лично ему мигают огни. Хомяк — животное небольшого роста, но хомяка попробуй догони. Хомяк — это лучшее на все сто. Он прогрызает любые пальто, стену любую хомяк прогрызет, если она загородит проход. Хомяка музыкальнее зверя нет, он различает шуршание разных конфет. Хомяк не боится попасть в просак, ведь там, где хомяк, там и ништяк. Хомяк выходит на первую полосу, хомяку мигают сигнальные огни. Хомяк не знает, что такое космос, но хомяки не боятся, хомяки не одни. Хомяк немного толстый просто, но лично ему мигают огни. Хомяк — животное небольшого роста, но хомяка попробуй догони. Тарюшки, узнаем. Им скажешь слово, они тебе
несколько раз его повторит. Так, у нас остались вот еще... А есть тут молодые люди? Их. Давайте, Иван и, опять же... Там, значит, ну, разберитесь. Там второй стул есть. Шнурок зеленый, у кого есть под ключку. А на второй... На второй можно микрофон. Тихоновского гуманитарного университета. На первом курсе учимся. Вот. И так вот сложилось, что Бог, ну, я думаю, все не просто так. И вот так мы с разных краев нашей страны. Вот. И так получилось, что мы оказались